Сегодня юбилей у актрисы театра и кино Нины Руслановой. Поздравления народной артистки России направил Владимир Путин. В телеграмме президента отмечено, как вдохновенно, с полной отдачей она всегда дарит зрителям свой талант, тепло души и сердца. Десятки картин, драматических и комедийных, почти полвека на экране и на сцене. «Афоня», «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Завтра была война», «Собачье сердце». В Украине Руслановой невероятное обаяние и сильный характер, благодаря которому, по ее словам, она сама смогла многого добиться в своей профессии. После детского дома поступила в два театральных вуза, а в кино дебютировала уже на втором курсе Щукинского училища в известной картине Киры Муратовой «Короткие встречи». Нина Русланова – лауреат многочисленных актерских премий, в том числе Гран-при Академии искусств Франции.